9 мая мирнинские автомобилисты не смогут передвигаться по центру. Улицы перекроют для проведения праздничного митинга и легкоатлетической эстафеты, посвященной 79-й годовщине Великой Победы. С 9:45 до 12:30 ГИБДД ограничит проезд по Ленинградскому проспекту от Московской до Ленина. Сразу после по городским магистралям побегут легкоатлеты. По их маршруту также запретят движение авто. До 3 часов дня будет закрыт Ленинградский проспект от площади имени Ленина до улицы Московской. Временно не получится проехать и по квадрату улиц Ленина, шоссе Кирова, Тихонова, Павлова и Аюнского.